17 мая в рамках первого международного фестиваля «Спектакли для всей семьи вместе» на сцене Ульяновского дворца творчества для детей и молодежи выступил театр для детей и молодежи из города Кемерово. Актеры представили свой самый титулованный спектакль «Что случилось с крокодилом». Это такая своеобразная бумажная сказка. Он был показан на сценах не только нашей страны, но и Германии, и Китая. Как сказал в шутку директор театра Григорий Забавин, крокодил летает по миру. Сегодня ведь дети играют в покупные игрушки. А вот взять поварёшку и превратить ее, я не знаю, в птицу, в рыбу, а ботинок в зайчика, а варежку в белку, а взять, как вот в этом спектакле «Бумажная сказка», взять бумажку, вот так вот ее завернуть, и она вдруг стала червячком. А если вот так вот завернуть, она вдруг стала бабочкой. И вот из этой бумажки, да, вот ну, бумажка, да, вот ее скомкал, а она стала птенчиком. И вот это превращение всего во все, что угодно, мне кажется, это какой-то вот такой хороший ключ, который мы нашли, но мы однажды на фестивале его подсмотрели. В выходные дни в рамках фестиваля на сцене Ульяновского ТЮЗа выступит болгарский театр «Кредо», Юго-Осетинский государственный драматический театр, Российский академический молодежный театр, Ульяновский театр юного зрителя «Небольшой театр». Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».